Буй-реп, гермосумка для мелочей, фляжка воды, это ремень для переноски плотика, это ремни для крепления грузов, вот так они крепятся, чтобы не слетели. А это поплавок для того, чтобы не потерять грузовой пояс, если надеваешь его вдали от берега. Чтобы кисти не уставали, таким образом я делаю. Все спокойно, руки висят и плывешь. Вышел, 18:55 прибыл. За полчаса я преодолел 1,35 километра. Скорость 2,7. Этом будем считать испытание оконченное. Актуально уже ничего не поменяется. То, что считал нужно доработать, доработал. Остались мелочи. Мне он нравится.